Под этой водой столица русского народа – Москва. Такой хотел видеть ее Адольф Гитлер. Уже в начале войны, по его приказу, из Европы в Россию доставлен гранит для монумента, который должен был стоять посреди затопленной Москвы. В Библии нацизма «Майн кампф» о судьбе Советского Союза говорилось предельно жестко. Это громадное государство на Востоке созрело для гибели. В генеральном плане ОСТ сказано следующее. Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве. Дело заключается в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их и ослабить в расовом отношении. Чтобы на русской территории население состояло из людей примитивного, полуевропейского типа. Сентябрь 1941 года. Линия советско-германского фронта уже между Смоленском и Вязьмой. Потери Красной армии огромны. Только пленными больше 2 миллионов солдат и командиров. Решение русского вопроса Гитлер видел в физическом уничтожении народов СССР и русской цивилизации. Советские военнопленные первыми испытали на себе эту машину смерти. В директивах командования вермахта говорится: «Советский солдат является политически вышколенным врагом и поэтому теряет право на уважительное отношение, достойное солдата. К нему необходимо относиться с наивысшим недоверием и неумолимой жестокостью». Спустя много лет после войны в гильзе от противотанкового патрона было найдено письмо красноармейца Степана Крутова, попавшего в плен под Вязьмой. Хотя оно пролежало в земле десятки лет, звучащие в нем слова написаны как будто вчера. «Дорогие русские люди, соотечественники, не забывайте нас. Мы, что могли бороться, боролись с фашистским псом. Но вот пришел конец. Нас захватили в плен, раненых. Истекаем кровью и морят голодом. Издеваются над нами, гонят нас насильно в починки. А дальше что будет, не знаем. Много народу уже померло от голода и побоев. Кто найдет эту записку, пускай ее передаст в любые органы власти. Может быть, останутся люди живы, кто-нибудь на русской земле. Не может быть, чтобы эти гады всех перебили. Кто после нас будет жив, пускай помнит, что мы боролись за свою родину, любили ее, как мать. Мы непобедимы». Вязьма – один из древних русских городов с богатой военной историей. Он был и остается последним большим форпостом на пути с запада к Москве. В 1943 году, после освобождения от фашистской оккупации, здесь уцелело чуть больше 50 домов. Город был почти стерт с лица земли. Из 40 тысяч жителей осталось только 7 тысяч человек. Нацисты не могли простить своего поражения под Москвой и упорного сопротивления Красной армии под Вязьмой. Жестокость по отношению к военнопленным и мирному населению порой не знала границ. Когда мы освобождали Вязьме, я был в составе комиссии по подсчетам, сколько было, что осталось в Вязьме. Из города Вязьмы осталось 57 целых домов. И я докладывал военному совету, что я говорю, вот все, что осталось, а остальное все разрушено. Я знал, что действительно был приказ немцев о том, что уничтожить все население в Вязьме, потому что в Вязьме были серьезные бои в 41-м году. И немцы об этом помнили. Они действительно давили танками, расстреливали без всякого допроса на ходу жителей. Немцы себя вели скверно. Так во время войны военные не должны издеваться над местным населением. В начале октября 41-го года
Гитлер отдает приказ начать последнее и самое мощное за всю войну наступление. Цель операции – уничтожить Красную Армию и закончить войну в Москве через 2-3 недели. В своем обращении к немецким солдатам фюрер так и говорит. Необходим последний мощный удар. Сегодня начинается великая и решающая битва, после которой русские уже никогда не оправятся. Операция под кодовым названием «Тайфун» должна была, словно гигантский ураган, стереть Москву с лица земли. Эта задача была поставлена группе армий «Центр» под командованием генерала-фельдмаршала Федора фон Бока. Для этой цели Гитлер собрал в один кулак больше половины всех немецких армий. Все бронетанковые войска, все отборные дивизии, почти вся авиация были брошены на штурм Москвы. Наступал апофеоз германской битвы на уничтожение. Замысел операции «Тайфун» состоял в том, чтобы ударными танковыми группировками прорвать оборону советских войск, окружить и уничтожить в котлах под Брянском и Вязьмой войска Западного, Резервного и Брянского фронтов. Затем с севера и юга взять Москву в кольцо, объявив всему миру победу над Советским Союзом. На направлениях главных ударов немецкая армия превосходила в живой силе в 5 раз, в артиллерии в 13, в танках в 31 раз. Действительно, немецкая тактика и стратегия были окружать и уничтожать окруженные группировки. Когда какая-то часть войск окружена, она же не имеет достаточно помощи из тыла снабжать. Горючего не хватает, боеприпасов не хватает, моральное состояние личного состава падает. Поэтому немцы избрали такую тактику, и они действительно нас вот этими кольцами окружали и уничтожали. Несмотря на победы, солдаты вермахта уже осенью 41 года создают грозный и трагический фольклор о том, что русского всегда нужно убивать дважды. А кто прольет русскую кровь, уже не сможет уйти живьем из этой земли. Перед началом операции «Тайфун» советская фронтовая разведка обнаружила колоссальное скопление немецких танков. Причем не там, где ожидалось направление главного удара гитлеровцев. Командующий Западным фронтом генерал Конев сразу доложил об этом Сталину. Однако никакой реакции не последовало. Дислокация советских войск под Вязьмой осталась в прежнем проигрышном положении. Самостоятельно Конев не имел права что-либо предпринять. Предвоенная обстановка террора и институт военных комиссаров резко отрицательно влиял на инициативу командиров всех уровней. Решительность и умение оперативно действовать в бою могли посчитать антисоветской провокацией, что зачастую приводило к расстрелам. С обеих сторон в сражении под Вязьмой и Брянском участвовало 3 миллиона человек. За счет огромной концентрации сил на направлениях главных ударов гитлеровцы прорвали фронт и начали окружение советских армий. Положение становилось угрожающим. Путь к Москве был почти открыт. Попавшие в окружение под Вязьмой, наши войска были разрезаны немцами на две половины по Минскому шоссе. С севера – армии генералов Лукина и Вишневского, а также группа генерала Болдина. С юга – армии генералов Ракутина и Ершакова. Судьба последних двух армий была трагичной. Идя на прорыв из котла, обе армии погибли. Но они сковали вокруг себя огромные силы немцев и унесли за собой в могилу тысячи их жизней. Как известно, противник захлопнул кольцо окружения 7 октября. С этого момента вот образовался огромный Вяземский котел. На зачистку Вяземского котла немцы планировали отвезти 3 дня. А потом вся вот эта огромная масса бронетехники должна была скорым маршем двигаться к Москву, которую, в принципе, на тот момент защищать было практически нечем. Судьба столицы в тот момент зависела от того, как долго окруженные и обреченные, скорее всего, на гибель люди смогут оказывать сопротивление. О хронике Москвы того периода мы читаем в дневнике журналиста Вержбицкого. Кругом говорят о железном кольце укреплений вокруг Москвы.
На самом деле это земляные окопы простейшего типа, которые роют женщины. Для танков это все равно, что паутина для шмеля. Из передовицы газеты «Правда». Все силы на защиту Москвы. Москва – святой город для каждого русского. Ну вот, вспомнили про русский патриотизм, когда стало очень тяжело. Сегодня по радио звучала симфония Чайковского 1812 год, которая была запрещена 24 года, ибо в ней есть царский гимн. «Славься ты, славься, наш русский царь!» Вот строки из писем москвичей, изъятых военной цензурой. Эти письма с октября 41 года находились в архивах НКВД под грифом «Секретно». «В магазинах ничего нет, все пусто. Хлеба нам не хватает. Карточки есть, а хлеб не получаешь. Уехать из Москвы невозможно. Хрусталева Татьяна». Полная эвакуация. Начальники, директора и им подобные все удрали. Кассиры фабрик, заводов и сберкасс, получившие деньги для расчета рабочих, скрылись. Москва выглядит, как после погрома. Карачаев Иван. Всем нам известно, что долгое время события, разыгравшиеся на Вяземской земле, являлись темным пятном нашей истории. Существовал официальный государственный запрет на изучение этой темы. И только с началом перестройки отечественные историки стали изучать эту страшную кровавую страницу истории Великой Отечественной войны. Октябрь 1941 года. Судьба России висит на волоске. Немецкие танки приближаются к Москве, а в Германии уже выбита медаль «Виктория» в честь взятия русской столицы. Страшная участь была уготована жителям Москвы. Гитлер планировал окружить город, затем, не вступая в уличные бои, уничтожить его бомбардировкой с воздуха, голодом и эпидемией. В секретном приказе командования группы армий «Центр» сказано: «Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже если она будет предложена противникам. Всякий, кто попытается оставить город, должен быть обстрелян и отогнан обратно». 8 октября Сталин направляет отчаянную телеграмму генералу Лукину под Вязьмой. «Из-за неприхода окруженных войск к Москве, Москву защищать неким и нечем». В этот период неоценимую услугу, прямо скажу, оказали войска, которые дрались в окружении западнее Вязьмы. Их героические, мужественные действия трудно переоценить. Они нам дали полную возможность выиграть необходимое время для того, чтобы организовать оборону. По приказу Сталина вывод войск из Вяземского котла возглавил генерал-лейтенант Лукин Михаил Федорович. Свою службу он начинал еще в царской России, участвовал в Первой мировой войне. В рядах Красной армии с 1918 года. После успешного вывода советских войск из Смоленского котла за умелые боевые действия против немцев и личную храбрость Лукин был назначен командующим 19-й армией. Я один раз задал деду вопрос: а ты бывший царский офицер, а почему же так получилось, что ты перешел к красным? Естественно, этот вопрос задал с подковыркой, с желанием, подколоть деда. И получил в ответ на это серьезный очень ответ, абсолютно взрослый и серьезный ответ. Он мне сказал, что, ты знаешь, а ведь я присягал царю и отечеству, а царь отрекся от престола. И я остался служить отечеству, тому отечеству, которое осталось. Вот что писал о боях под Вязьмой сам генерал Лукин. Под Смоленском тоже было жарко, но такого количества танков и авиации, как под Вязьмой, противник там не применял. Танки наступали волнами по 30-50 машин с самого рассвета и до темноты. Артобстрел не прекращался. Лишь ночью становилось немного тише. Всюду были видны багровые зарево пожаров. Горели деревья, горели леса. То есть все, что могло гореть. 11 октября советские войска под Вязьмой пошли на прорыв из окружения.
Я помню, что это движение было в страшной спешке. Орудия очень быстро развернулись и открыли огонь. Нам просто совершенно четко сказали, что прорываться нужно будет с тяжелыми боями. Что немецкая армия достаточно сильна, что окружены мы танковыми частями, которым приданы и пехотные части, так что прорыв будет достаточно тяжелым. В этом прорыве из окружения удалось выйти немногим. Вскоре немцы начали зачистку котла. Оставшимся войскам генерал Лукин дал приказ прорываться небольшими группами. Даже в такой безвыходной ситуации он стремился прежде всего сохранить жизни людей. С простреленной рукой, раненый в ногу и без сознания, генерал Лукин был взят в плен. Там ему ампутировали ногу. Я поставил себе задачу как можно больше измотать противника, нанести ему больше урон и приковать на себя силы с тем, чтобы командующий фронтом мог принять какие-то меры для того, чтобы парировать удар, который совершили немцы, где немцы прорвались. И таким образом начинали отходить на восток. Пройдя немецкие концлагеря, в 1945 году после освобождения генерал Лукин попадает в советский фильтрационный лагерь. Сталин не решился репрессировать генерала-героя. Однако Родина оценит его подвиг только в 1993 году. Посмертно ему будет присвоено звание Героя России. Летом 1941 года во время обороны Смоленска произошел такой случай. Была получена команда уничтожить один из крупнейших артиллерийских ориентиров для артиллерии противника. Красивейший Успенский собор в городе Смоленске. Генерал Лукин вызвал своего командующего артиллерией и сказал: «Стреляй, но если хоть один снаряд попадет в собор, головой ответишь». Вот такой был человек. Германо-российский музей Берлин-Карлсхост. В нем собраны уникальные документы Второй мировой войны. Здесь же находится известный на весь мир зал, в котором был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. За последние годы в ФРГ был ряд публикаций об операции «Тайфун» немецкого историка, доктора наук Юргена Киллиана. Мы встретились с ним в этом зале. Потери немецкой армии в Вяземском сражении действительно были велики. Только в первой половине октября группа армии «Центр» потеряла 50 тысяч человек. Это были прежде всего передовые отряды. Именно этих солдат, убитых или раненых в битве под Вязьмой, существенно не хватало потом, во время второго удара по Москве. Вяземское сражение существенно замедлило шествие немецких войск. Эта проволочка оказалась спасительной для Красной армии, так как наступившая непогода практически полностью остановила противника. План молниеносного продвижения к Москве был нарушен уже самими затянувшимися боями под Вязьмой. Кроме того, русским удалось возвести вокруг столицы оборонительные сооружения. Об усталости и раздражении нацистов от затянувшейся войны мы читаем в фронтовом дневнике скульптора Гаврилова. «После боя мы вошли в деревню Дедово. В одной избе я увидел, у кучи дров лежала женщина, покрытая рогожей. Около нее лежал двухлетний ребенок, у которого череп был расколот пополам, как яйцо. Оказывается, у этой женщины жили 5 немцев в избе. В одну из ночей ее ребенок, видимо, он был болен, не спал и плакал. Один из немцев встал, подошел к ребенку, взял его от матери и ударил о косяк печки. Несмотря на крики матери, выбросили его на улицу уже мертвым. Мать в отчаянии бросилась на немца, он ее пристрелил и выбросил во двор». В Вязьме находился лагерь для советских военнопленных «Даулаг-184». После зачистки котла только сюда немцы согнали около 40 тысяч военнопленных. Уже через месяц их осталось только половина. От голода, ранений и расстрелов в лагере умирало до 300 человек в сутки.
Положение было ужасное. Их, наверное, не кормили. Иногда немцы бросали буханку хлеба. И пленные бежали, хватали этот хлеб, а немцы из автоматов их расстреливали. И вокруг этой вот проволоки был вырыт ров. И прямо стаскивали в этот ров, и потом, видимо, закапывали, потому что я знаю, что после освобождения весной, когда стали копать огороды, вот этот лагерь, то из могил текла сукровица. Понимаете, сколько там погибших? До сих пор нет точных данных о количестве красноармейцев, взятых в плен в Вяземском котле. Для Родины они стали пропавшие без вести. А среди них и те, кто умер от ран, кто ушел в партизаны и там погиб, и те, кто, выйдя из котла, сразу принял свой последний бой. Генерал фон Бок в докладе Гитлеру называет цифру 680 тысяч русских военнопленных под Вязьмой и Брянском. Но так ли это на самом деле? И почему многие немецкие ветераны и историки считают ее завышенной? Когда немецкие войска зачищали Вяземский котел, они брали в плен не только советских солдат, но и мирное население, тех его представителей, которых считали за военных. Получается, что если, например, им встречался юноша в гражданском и с короткой стрижкой, его в любом случае считали солдатом и отправляли в лагерь для военнопленных. Печально известный приказ Сталина за номером 270 гласил: «Если часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтет сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а их семьи лишать государственного пособия и помощи. Командиров и политработников, сдавшихся в плен, считать дезертирами, членов их семей подвергать аресту». Можно только представить настроение советских солдат, бежавших из плена или выходящих с боями из окружения. Попасть в немецкий плен означало стать врагом народа. Большинство советских солдат в сущности потому сдавались в плен, что им виделось невозможным дальнейшее сопротивление в условиях окружения. Нужно учитывать, что немцы делали все, чтобы деморализовать противника. Только представьте себе, немецкие танки движутся навстречу, а за спиной неожиданно возникает многочисленная армия противника, постоянные авиационные налеты. Когда начиналась бомбежка или пулеметный обстрел, или артобстрел, прежде всего, все, конечно, солдаты, безусловно, все боялись. Все боялись. Я не знаю такого человека, чтобы кто-то не боялся. Но во время того, когда начинался бой, вот это, значит, ощущение боязни пропадало куда-то. Уже в начале войны немецкие солдаты обратили внимание на необычное сострадание русской женщины. Вот что пишет в своем полевом дневнике рядовой Ганс Кюнер. «Русские крестьяне миролюбивы и добродушны. Когда мы во время переходов испытываем жажду, мы заходим в их избы. И они дают нам молоко, будто паломникам. Для них каждый человек нуждающийся. Как часто я видел русских крестьянок, голосивших над ранеными немецкими солдатами, как будто это были их собственные сыновья. Жалость русской женщины общечеловечна. Ей жалко всех, без различия цвета мундира». Но в немецкой пропаганде советские женщины-солдаты именовались не иначе, как «бой-бабы», и изображались крайне опасными и коварными. Даже в плену для женщин нацисты не делали никаких исключений. На фронте, наравне с мужчинами, им приходилось порой идти в атаку с винтовками и гранатами. Из воспоминаний офицера вермахта. «Однажды утром мы увидели довольно пестрый строй русских, идущих на нас. Когда они приблизились, я понял, что это женский батальон. Такого мне еще не приходилось видеть на войне. И когда те, кто шел первыми, были примерно в 30 метрах от нас, я приказал начать огонь. Стреляли из двух станковых пулеметов. Вся местность была под огнем. Страшно. Несчастные люди, женщины.
Тела их летели прямо в воздух и ложились рядами, так что идущим сзади приходилось ступать прямо по ним. А мы все стреляли, стреляли, стреляли. Наступление было отбито. Бессмысленным было то, что мы делали. Безумие было и то, что русские предприняли тогда наступление на нас. И что мы наступали. Вся война – полное безумие. Храм Смоленской иконы Божией Матери близ села Богородицкой. Его стены до сих пор хранят следы от пуль и снарядов жестоких сражений в Вяземском котле. 7 раз он переходил из рук в руки. Именно у этого храма советские войска пытались вырваться из кольца. Как-то ночью, перед последним прорывом из окружения, русский солдат Федор в полусне увидел на небе Божию Матерь. Она стояла на облаке, а под ней были две реки. Одна из воинов-мучеников, павших за Отечество. Они были в гимнастерках и плащ-палатках, с крестами в руках, как символа их победы над смертью. Вторая река, и земная, и небесная, ведущая их в жизнь вечную, для всех воинов, за веру и Отечество живот свой положивших. Основные сражения в Вяземском котле закончились к празднику Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1941 года. Сотни тысяч убитых и тяжело раненых навсегда остались на этом ратном поле. Поле победы жизни над смертью. Я наблюдал, какие моменты. Вот если кто-то должен погибнуть, я, например, за неделю видел, как человек меняется. Меняется характер, меняются привычки, меняется настроение. И в конце концов смотришь его, и он погиб. Значит, что-то, какие-то силы действуют. Вот это я наблюдал. Вот я приведу пример такой. Один солдат говорит, самолет летят, переверните, пожалуйста, пилотки звездочкой назад. Мы над ним посмеялись. Что ты, дорогой товарищ? Мы же в хате сидим, какие самолеты? И почему звездочкой назад? Они могут увидеть, и что мы сидим, и будут нас бомбить или обстреливать. Мы покушали, вышли из этого дома, и вы знаете, из немецкого танка выпущено было 2 снаряда. Первым снарядом убило его. Вот вам чувство. Первым снарядом убило его. Как и в 1812 году, десятки тысяч людей ушли добровольцами на фронт. В одной только Москве было сформировано 16 дивизий народного ополчения. 13-я Ростокинская была в числе тех, что сражалась и погибла в Вяземском котле. Боевой путь этой дивизии всего 13 дней. Вот что пишет с фронта один из ее бойцов, директор Института кинематографии Давид Файнштейн. Мои дорогие, испытания действительно велики, но нужно крепиться и мужественно переносить все. Я жив-здоров, чувствую себя хорошо. И если бы мои переживания и даже смерть могли бы избавить вас всех и весь народ от варваров, я буду считать для себя счастьем умереть за это. 1 октября у реки Днепр, севернее Вязьмы, в районе Холм-Жирковский, 13-я дивизия народного ополчения вступила в бой. Задачей дивизии было прикрыть отступавшие части Красной Армии и удержать переправу через Днепр. Артиллеристам не хватало снарядов, а солдатам патронов. Их основным оружием были винтовка и бутылки с зажигательной смесью. У немцев – танки и самолеты. Летит немец на своем самолете и просто издевается над нами. Гранатами, ручными кидает в окопы на наш. Что оставалось делать? Не были мы готовы к приемке вот этих гостей.
Из воспоминаний комиссара 2-го батальона Ростокинской дивизии Медведева. Вооружение у ополченцев было плохое. Не было противотанковых гранат. Даже винтовок хороших не было. Эти люди, несмотря на то, что они мало подготовлены, делали бы чудеса, будь у них оружие против танков. Мы были с бутылками, но бутылка — это не граната. Это комариный укус против силы, которая на нас шла. Они с винтовками, а мы под танк ложились, когда надо было танк взорвать. Мы делали бутылки, двое ложились в траншейки. Танк идет, он, значит, проходит вот эту траншейку и бутылку сзаду кидает на нее. А там танк загорается. Здесь, в Москве, на Маломосковской улице, в стенах еще старой школы, шла запись ополченцев в Ростокинскую дивизию. Музей школы бережно хранит память о людях, воевавших в дивизии, и о тех, кто навечно остался под Вязьмой, защищая Москву. Тогда, в 41-м, их дети писали им на фронт, еще не зная, что больше никогда не увидят своих отцов. Здравствуй, папа. Шлю тебе свой любимый горячий привет. Обнимаю и целую крепко. Привет от мамы, Эди и Гали. Мы живем хорошо, но сильно скучаем по тебе. До свидания. Будь счастлив и здоров, дорогой папа. Громи врага и возвращайся с победой домой. Твой сын Вова. Те, кто выжил, назвали Вяземский котел адом на земле. Ведь ни до него, ни после не было столько количества танков и самолетов, живых и мертвых, на квадратный метр войны. Поисковые отряды каждый год находят в этой земле сотни и сотни останков советских солдат, отдавших жизни за Москву. Духовенство Русской Православной Церкви совершает над ними чин погребения. Затем здесь, на Богородицком поле, в местах прорыва наших войск из окружения, их навечно предают земле. Той самой земле, на которой они стояли насмерть против самой сильной армии, покорившей полмира. В Советском Союзе официальный статус военной катастрофы наших армий под Вязьмой надолго лишил эту битву внимания государства. Однако и тогда, и сейчас трудно спорить с тем, что именно в этой, так называемой, катастрофе гитлеровцы понесли потерь больше, чем при покорении 12 стран Европы в начале Второй мировой войны. После Вяземского котла ощутимая часть немецких элитных ударных сил навсегда осталась под Вязьмой, вместе с сотнями тысяч убитых советских солдат и добровольцев. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Вяземское сражение «Русской Голгофой». А Голгофа – это место окончательной победы над смертью. Сегодня, по благословению Святейшего, в местах Вяземской битвы строится монастырь, в котором будут петь вечную память всем погибшим в той великой войне. Мне трудно сказать с уверенностью, о чем думал тогда каждый защитник, каждый воин. Но, наверное, не ошибусь, если скажу, что перед его глазами вставали его родные и близкие. И все, что он мог тогда, сжимая в руках свою винтовку и видя полчище, несметное полчище жестокого врага, он мог, наверное, только говорить к небу: «Дай мне сил защитить, дай мне сил пойти в атаку, дай мне сил не дрогнуть». Думаю, что на войне не бывает людей неверующих. Там верует каждый. Славу Твою и спасение душ наших создатися.
То, что произошло здесь, это ожившее Евангелие. Это люди, которые не посчитали своей жизнью, но исполняя евангельский призыв, тот призыв, которым были воспитаны, что отдать свою жизнь ради жизни других – это наивысший подвиг, отозвались на это Евангелие своими поступками. Поэтому вспоминать и говорить о тех, кто погиб здесь – означает вчитываться в евангельские строки, означает открывать для самих себя будущее. Ну и, пожалуй, самое главное, с глубоким трепетом осознавать то, что мы имеем сейчас, ценность нашей жизни. А цена жизни нашей такова. За нее заплатили наши предки, которые погибли в нашей русской земле, защищая нас. На земле безжалостно маленькой жил-да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленьким очень портфель. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост –